пане Ігор Мазепа, генеральний директор засновник інвестиційної компанії Concord Capital. Скажіть, будь ласка, у нас кілька хвилин буквально, але загалом, от як ви оцінюєте зусилля нової влади із залучення іноземних інвестицій? Що зараз про Україну говорять іноземні інвестори? З яким настроєм? Ви знаєте, точно Україна на радарі, точно Україна в центрі внимания по разным причинам, начиная от того, что новая власть получила там больше 70% поддержки, и заканчивая тем, что новая власть является в том числе причиной вот, процедуры импичмента американского президента. Це так просто історично склалося, як прийнято говорити. В принципі, це нехорошо. Заслуги мало тут. Це нехорошо, неплохо, просто треба правильно було б цим використовуватися. І от те, що ми зараз слухаємо, в принципі, попытки цим використовуватися, вони дійсно є, і вони неправильні. В основному, чи чаще всього, це звучить як лозунги, звісно, це розраховано на 99% слухачів, населення, при этом, не скажу правительство, но власть делает довольно-таки последовательные шаги с точки зрения либерализации. Какие самые, можливо, 2-3 кроки вы вважаете позитивными для залучшення? За закон о концессиях, который уже был принят, приватизация, которая уже первый, очень важный шаг был сделан, это просто взяли, отменили список запрещенных продаж компаний украинских. Это самый очевидный способ привлечь иностранного инвестора через то, что ты, выставляя государственные компании на продажу, таким образом затягиваешь интерес этих самых инвесторов. Рынок земли, который очень долго обсуждается, но рынок земли, например, то, что я сейчас вижу, это может быть как огромная возможность, так и большой риск. Если у правительства или там, у экономических властей не хватит мужества и силы воли дожать самый либеральный сценарий вот этого самого рынка земли. Більш ліберальний – це дозвіл продажу землі іноземцям? Конечно, да. Іноземцям? Конечно, это только это. Ви в цьому не бачите ризику? Я именно в этом бачу ризик, потому что... Ви бачите ризик в тому, якщо дозволять продавати українську землю іноземцям? Вообще никакого риска, одні сплошные позитивы, плюсы. Ну, кстати, я сейчас вижу очень серьезное отклонение от тех намерений и деклараций, которые были еще даже в августе и в сентябре, и вот тем, то, что звучит вот сейчас. Очевидно, власть начала ориентироваться на свої рейтинги, що, наверное, не дуже хороший сигнал. Ну, дійсно, показує це запитування, мінімум половина українців проти продажу землі, а тим паче... 70 или 80. Ну, для тих, хто проти, просто проведіть референдум. Спросіть, якщо ви проти, значить, ми вам запретимо продажу вашого участка на землі. 30 секунд, ще один такий маркер важливий. Як вважаєте, чи сильно стежать іноземні інвестори за ситуацією з Приватбанком, як вона закінчується, чи повернуть, чи не повернуть колишнім власникам? Знаєте, Приватбанк является вообще таким маркером и на самом деле лакмусовой бумажкой. Это очевидная проблемная история для правительства, потому что там точно были процессуальные нарушения с одной стороны при национализации, с другой стороны были свои плюсы на национализации, поэтому это очень будет... Повертати его колишним власникам не треба, на вашу думку? Иностранные инвесторы категорично убеждены именно в этом.